Порядок записи будущих первоклассников в школу определен постановлением главы. Всего в первые классы 1 сентября придут 630 первоклассников. 15 первых классов открыто в городе и 14 на селе. Самое массовое зачисление в первый класс – это в лицее номер 17. Там мы открываем 5 классов. 4 класса в школе номер 7 и по 3 класса в гимназии номер 1 и школе номер 2. Хотела бы напомнить, что для зачисления ребенка в первый класс необходимо подойти в само образовательное учреждение, то есть в школу, предоставить, написать заявление и предоставить необходимые документы. Самые беспокойные пришли в образовательное учреждение еще в марте. Принципом записи в первые классы до 31 июля остается территориальный. Причем никакого тестирования и отбора со стороны образовательного учреждения нет, это теперь в прошлом. С 1 августа до начала учебного года запись будет осуществляться по желанию родителей, но исключительно на свободные места. Численность в каждом классе до 25 учащихся. Ну, сейчас же в первую очередь действует принцип закрепленной территории. То есть мы в феврале месяце проводим работу с дошкольниками. Да, с заведующими дошкольных образовательных учреждений. И смотрим по прописке количество проживающих, которые закреплены за тем или иным образовательным учреждением. И смотрим, конечно же, по желанию еще родителей. В соответствии с возможностями образовательных учреждений мы открываем то количество классов, какое можем допустить при приеме первоклассников в школу. Если отказать мы можем только в одном единственном случае, если нет свободных мест. У нас на сайте образовательного учреждения каждой школы имеется, во-первых, график приема заявлений в первые классы и наличие свободных мест. То есть родители могут отслеживать. При записи, чтобы исключить многие вопросы качества оказания услуг, организационные моменты жизни школы, родителям предлагают ознакомиться с уставом школы, определяющим весь процесс ее жизнедеятельности. При записи мы предлагаем ознакомиться со всеми учредительными документами. Поэтому даже у нас в форме заявления есть строка «Ознакомлен с уставом, с лицензией, с аккредитацией, другими документами, которые предоставляются при записи в первый класс». Первый класс для ребенка – это не только разница формы, это еще и умение слушать и исполнять. Впереди целое лето – отличное время для приучения будущего первоклассника к самостоятельности и самоорганизации.